Значит, видео о том, как выгодно купить технику, любую технику Apple, ну, как я вот, да, покупаю, вот, не в магазине Apple, не в оригинальном магазине Apple, но оригинальную, там, телефоны, MacBook, вот, это оригинальные, потому что я уже купил телефон и MacBook, получается. И сегодня хочу купить еще себе телефон. iPhone 15 Pro Max 512 гигабайт. Ну, если его не продадут то, там, до 2 часов, то я заеду куплю. Это получается, я вот обратно поеду через что. Значит, на eBay. Значит, пересылкой я не покупаю. Пересылкой я только покупаю у организаций, которые телефоны продают. Они дешевле, да, продают, чем Apple. Пересылкой я вот только один телефон купил, Apple-ский, дочери. Вот. На eBay заказал, все, привезли, купил. Что-то сэкономив 200 евро. Получается так. А сегодня, значит, я хочу купить, сэкономив 400 евро. А MacBook Pro со вторым этим чипом я купил, сэкономив где-то 900 евро. Через 300 метров поверните вот направо. Ищите частника или, ну, в окружности там, чтобы вам приехать и посмотреть было, чтобы вскрыть именно упаковочку под видео. Поверните направо. Вон церковь, да? Все равно, как бы, красиво, да? В Германии. Чисто, красиво. Почему-то вот в больших городах, почему вот так грязно, я понять не могу. Если в деревнях так чисто, а в больших городах грязно. Ну, я примерно представляю, почему так там. В таких деревнях, ну, едешь и радуются, глаза радуются. Почему так в СНГ нельзя было сделать за 20, там, за 40 лет? Почему нельзя было сделать так же? Куда это? Сидеть карман, что ли, складывали. Так получается. Вот, все поля уже обработаны, то есть, ну, перепаханы, да, вот есть. Вот тут справа-то еще нет, как бы, а вот слева там уже обработаны. Ой, это какой-то цирк. Цирк какой-то привозной здесь. Ничего себе. Нифига. Они тут дислоцируются, что ли? Первый раз, правда, этой дорогой еду. Ну вот, посмотрели бы. Какой-то там цирк. Да, аккуратно все тут, конечно. Так вот, купил, значит, себе MacBook Pro. Нормально. Все. Теперь остается iPhone купить, чтобы снимать хорошо.
Короче, все, вот как я и говорил, купил iPhone 15 Pro Max, 512 гигабайт у дилера, у хендлера. Вот, купил за 1300. А на сайте он стоит 1699. Вот, сэкономил. Сколько? 400 евро сэкономил. Так что, вот. Теперь будет качественное фото-видео. Так. Все, вот купил iPhone 15 Pro Max, 512 гигабайт. Вот первая распаковочка его. Должен быть оригинал. Посмотрим. Первый раз распаковка. Раз так. Сейчас раз, а там камушки. Да. Раз. Черный. Откуда тут пыль-то? Надо этот заклеивать. Сразу отклеивать. Так, сим-карта. Black, да? Черный black.